сборной. Но не забывайте, кто проходит эту игру. Человек, которому не страшно ничего. Даже люди бегающие. Просто бегающие люди. Так, видимо, вон еще. Давай, тебя ждут. Поспорим, сейчас дверь выбьем. Да. Поспорим. Я выиграл. Да, невозможно. Все, он решил прилечь. Исчез. Да, если мне не изменяет память. Это монстры очень сильные. Может, все-таки не стоило играть на хардкоре. Спасибо тебе. Тебе да благодаря нет, за то, что ты великодушно решил включить. Так, каждый цвет кнопки для двери. Типа. А, окей. То есть эта кнопка должна открыть дверь. А, помните, где эта решетка там в начале была? Какая решетка? Там вилла открылась решетка, надо показать. Это решетка от этой кухни. Нет. Решетка от двери. Ну только что я решил. Хотя, о чем спорим? Время покажет. Кто прав, а кто будет. Ну, видимо, просто. Так. Осталось вспомнить, где она. Так, по-моему, вот здесь. Эти патроны очень заканчиваются. Что? А, это гильз. Как реалистично. Одна банка этого героина пополняет только. 10. 10 плюс. Так, вот здесь. Осторожно. Да, нужно быть. Ух ты! Наше каменное лицо прямо вздрогнуло. Ну я просто подумал, что он может меня убить. Не бойся, в этой игре каждый. Есть, я же их люблю. Так. А вот он, куда, видимо, он. Надеюсь, что я был прав, и нам не вниз. Какие-то двери. Ну открывай все подряд, что есть. Может там пули будут. Пули. Патроны. Нет, должен быть монстр где-то. По закону? Нихера себе. Видел, сколько он мне снес? 30-ку снес удары. Это чертов инвалид. Убей его. Нихера себе! Как-то он выскочил прямо из. Как-то у кого-то из темноты кромешной. Да, знаете, ребята на хардкоре. Хардкорно. У тебя гаснет, да? Нет, я сам выключаю, потому что у меня нету. Че, красный светит? Сиди туда, где светится красный. Хорошо. Все, на кровати я и не приступен. Затем. Так, открылось. Это? А, это, по-моему, дверь с красным крестом. С каким черту красным крестом? Помнишь, там была дверь с красным крестом. Ты очень внимательно следишь. Мы травы выпустим. А он где? Так, она была на последнем уровне. Походу так фонарик не тратится. Так, мне кажется, там будут какие-то проблемы, так что уж сохранимся. Оба-на! Да твой. Он решил не церемониться и изнасиловал тебя. Так, видимо, их вил сколько их там крайне много. Мог побежать. Так, кстати, патронов у меня вообще нет. О, так,
Ловкость Джипси. Это было круто. По крайней мере, на уровне хардкора. Не надо тратиться на них. Видимо, это кровь. Мне нужен кетчуп, но их дал. Молодец. Звонили, он звонили. Оставь этого фигуру там. Он не хочет, чтобы его упасть. Придержи коней. Да охренеть! Ты мог бы уйти от него. Почему ты взялся за этого парня? Какой-то он умный. Это же хардкор, тут все умные. Зачем потому ты... Потому что это Марио. За... Марио? Я должен убить Марио. Ты не любишь агрессивных итальянцев. Ты думаешь... Ох, тут их много. А зачем ты сохранился? Ну у меня типа много хп. 30? Да, что такое? У тебя было 60, пока ты не начал нападать на эти гвоздики. Зато я сейчас разрежу что-то. Ты разрезал железные прутья своим кухонным ножом. Я люблю такие места. Что это такое, красный бардак? Ну, а этот чувак, видимо, умный, не хочет подходить. Ладно, сейчас мы его... Пытаемся привлечь. А, мы привлекли еще одного. Так, нам найти такое место, где можно по нему убить вот так. В высшей степени профессионально. Так, надеюсь, что все. Я просто вряд ли смогу пробежать, если честно. А патронов, ладно, мне нужно убить. Чего не побегает? Побегает. Может, ты хочешь так нас сохранить? Может, ты хочешь подбежать? Вовремя сохранения. Что за бред? Я всадил в него 3 пули. На это, значит, на него требуется 4. Так, что у нас здесь? Лифт. Благодаря мы начали играть, это такое. Нет, не зря. Ты покажешь класс. Но это как тяжело. Если нужно собрать 8 страниц в Ундермене. Какая тонкая отсылка. Ну, всегда можешь посмотреть мою игру в Сандермена, да? На моем портале. FG News. Это просто для сайта. Что это было? Чёртовы дети, они даже до отсылка добрались. До отсюда. Ладно, не знаю, что это было. Никакой же синей двери. Для этого. Смотри, это, по-моему, там же, где решетка была, там была синяя дверь. Какая решетка? Где ты это все видишь? Я просто внимательно играю. Я, допустим, могу в темноте резать доски ножом. Да ладно, да ладно. Знаете, у меня осталось патронов всего на 3 монстров.
Может, это не монстр, может, это добрые ребята. Ладно, у меня осталось патронов всего на трех добрых ребят. Сойдет? Уже на двух. Друй? Ну! Е. Так, тебе нужно аккуратненько разрубить его ножом. Нон-нон-нон-нон-нон-нон. Так, видимо, я открыл зеленую дверь выхода. Но я очень на это надеюсь. Потому что нужно ждать по этой локации на хардкоре это. Хардкорная. Ты не лезешь. Карман за словом. Так, все, пытаемся бежать, потому что. Так, выход был там. Стоп, нет, не там. Поздравляю тебя, Stone Face. Ты сделал это? Смотри, что это в корзине для мусора. Это трэш кэн. Это что-то, это жизнь. Смотри, это же как в начальной заставке. Марвел? Так. О. Что это? Какой-то новый дружбан. Нет. Можешь выскочить и поддаться им. Нет, я потратил один патрон, нет. Так, все. Соберись. Так, значит, нам нужно как-нибудь аккуратненько вылезти. Начать по нему стрелять. Вдруг он подпрыгнул. Что за бред? Вау. Выйди-ка к нему. Он уворачивается от пуль. Выйди к нему. 11 патронов, да они охренели. Я думал, он уворачивается от пуль. Да, что-то мне подсказывает, стартует, если кто-нибудь выйдет. Это надо сохраниться или рано? Да, надо сохранить. Боже мой, не-не-не-не. Тащи, тащи, тащи. Так. Туда мне возвращаться совсем неохота, поэтому, наверное, мы пойдем вот сюда. Сюда вообще можно пойти. Быстрее, быстрее, пока они нас не настигли. Да. Фух. Так, у меня всего 5 патронов. Найдешь ты их. Благо здесь жизни. Так, нет. Ага, давай. Да. Стоп, что это? Смотри, там еще одна лестница. Ну, попробуй прыгни на нее. А, нет, не получается. Видимо, у кого-то кончились патроны. Придется веселиться руками. Ты же знаешь, что это означает?